Что хотел, чтобы вы мне доложили? Потом по программе строительства физкультурно-оздоровительных комплексов у нас в области, как идет строительство, которое предусмотрено на 2013 год, как идет решение вопросов по строительству ФОКов на 2014 год, как взаимодействие с Министерством спорта. Ну и, конечно, важная программа – это 500 бассейнов для вузов страны, то, что мы заявили, в том числе наш новомосковский филиал Менделеевского университета, для строительства бассейна в следующем году. Поэтому, Леонид Николаевич, хотел, чтобы доложили. Вчера проходила комиссия, расширенная в Минспорте России, где мы защищали свою программу, там защищали все регионы Российской Федерации, и мы вчера в том числе вчера были. Мы сейчас находимся лидером по Тульской области, по Российской Федерации, строим больше всех на данный момент. Вот нам вчера было сказано, вчера была расширенная комиссия, стояла из представителей Минспорта, спортинжиниринга, присутствовали представители «Единой России», потому что тоже в программах участвуем мы. То есть все положительную оценку нам дали, задали несколько вопросов. У нас мы отчитались и письменно, и по документально, по освоенным деньгам, плюс мы отчитались картинками, ну, фотографиями, всех все удовлетворило. Было даже сказано заместителем министра о том, что Тульская область работает как за последние два года очень интенсивно и будут в передовых, так как стоит задача к 2016 году вывести 30% занимающихся спортом людей вообще в Российской Федерации. И у нас эта задача как бы тоже стоит. И они видят реальный посыл, что мы эту задачу выполним и даже перевыполним, как вчера было сказано. Вот. Хотелось бы отметить, что в принципе мы сейчас в графике почти по всем объектам, кроме определенного там Веневского ФОКа, который у нас мы испытывали трудности. И сейчас они в принципе сохраняются, но вот в понедельник был забран 28 томов из 36. Мы забрали, отдали госэкспертизу во вторник. Уже она была передана. Сейчас госэкспертиза Тульской области занимается этим проектом. И 8. Завтра приезжает, значит, генеральный директор сюда. ГИБ приезжает, главный инженер и архитектор. На стройку сразу, на объект, чтобы посмотреть и, как бы, проект, документы и полностью передать все на госэкспертизу. Потому что здесь мы должны сделать госэкспертизу технической части, а сметную часть мы отправляем в Саратов на госэкспертизу. Вот. И, ну и, в принципе, при всех этих трудностях, вчера нам было что показать комиссии в Минспорте. У нас фундаменты закончены по Веневскому ФОКу все равно. То есть мы пока идем в графике, просто будет движение. Я думаю, что где-то порядка месяц-полтора мы сдвинемся чуть на следующем году. Но у нас все равно вот объект в следующем году, поэтому мы сейчас стараемся все-таки выйти обратно в тот график, который у нас был изначально, первоначально. Что касается новых объектов, мы вчера заявили на 2014 год 4 объекта. Один объект дополнительным нам дадут, это Ефремов 1. Они обещали рассмотреть ситуацию. Мы порядка 40 миллионов у них попросили у федеральных денег.